Смотрите, ребят, вот я 10, а вот 10, конечно, нет.
Остановись. Начало второго раунда. Снимайся, шаг сразу делать себе. Результат второго поединка. Техническим нокаутом победу во втором раунде одержал представитель Республики Кыргызстан. Аплодисментами, дамы и господа. Кубок раздолья продолжается. На награждение сетку приглашается главный тренер спортивного клуба «Айкон Манас» Амир Абдулов Нургазы, Республика Кыргызстан.